Привет, меня зовут Филипп, мне 24 года, я из Питера. Самые, наверное, отъявленные приключения у меня были за пределами этой страны. Моя бабушка живет просто в Южном Казахстане, в этом городе маленьком. Он раньше был, был шахтерским при Союзе и жил за счет шахт. И там возле города, помимо обычных гор, есть еще и терриконы. Вот, а там был один огромный терриконмы его все называли «Черная гора». Тусовались там, смотрели, что-то делали. Вот. Ну и вообще там, в принципе, антураж довольно прикольный. Не Мордор, конечно, но атмосфера вестерна там какая-то присутствует. Собрались, взяли там картошки, взяли там еще чего-то, какой-то еды, ну, чтобы там пожарить. Потому что, ну, забрались на гору, что делать? Естественно, там готовить еду, скорее всего. Потусили и думаем, а давайте-ка пойдем в эти заброшенные перерабатывающие заводы и шахты. Посмотрим, что там вообще происходит. Это был единственный раз в моей жизни, когда в меня стреляли. Мы идем через поле, я слышу крики, кто-то нам кричит. Ко мне поворачивается мой друг и говорит: бежим. А нас еще, ну, человек 6, по-моему, где-то было. И мы все даем деру. Мы бежим, бежим, и я слышу просто выстрелы. Ну, понятное дело, в нашу сторону. Я не оглядываюсь, но я сразу понял, что стреляют в нас и кричат что-то. Вот, мы бежим через это поле, бежим, долго-долго, вот. Ну, потом вроде от нас отстали, мы спрятались там за какими-то камнями, и потом очень тихонечко вниз, чуть ли не ползком, гуськом начали идти в сторону этих, собственно, заводов и руин, где нас, как мы думали, ну, а куда нам было идти? Только в ту сторону бежать, потому что сзади на нас смотрит ружье, вот. А впереди, ну, может быть, там как-то можно выйти в город. Ну, там в город можно было выйти. Потом я только узнал то, что поле было маковое.